Один из самых ярких примеров несогласованности в работе городских служб. Новая зебра появилась на улице Терешковой, прямо возле лицея. Только вот пешеходы, которые будут здесь идти, упрутся в заборы, что с одной стороны, что с другой. Со стороны гимназии пешеходы упрутся только в забор. С другой стороны, помимо ограждения, стоят два дерева и столб. Некоторые пешеходы не идут до перехода, а перебегают дорогу, где им удобнее. Некоторые все же идут по проезжей части к зебре и переходят по всем правилам, несмотря на неудобства. Но если только там уберут забор и здесь уберут и сделают подъем хороший, то да, а так, конечно, нет, неудобно. Так вот мы и так и говорю, как мы могли так сделать. Что сделать? Непонятно. Неудобно. Нету слова, как мне кажется. Надо под колеса лезть. В администрации Оренбурга сообщили, что ведутся плановые работы по переносу пешеходного перехода, а водителям нужно руководствоваться в первую очередь знаками, а не зеброй, которые установлены в этом месте.